Всем привет, с вами Драгот и Беломор. Мы играем в Звездные войны. Ваня. Твою налево, с кем я играю, а? Я думал, ты сказал, что ты взял этого самого. Я сказал, я взял своего любимчика. Ну, я и подумал, что это этот, блин, зеленый елда. Неважно, давай, давай, мне тоже это нравится. Ты специально это сделал. Почему? Ты знал, что я возьму Дарта Вейда и взял того, кто послабее. Хотя нет. Я же не друг. Бля, у меня что-то интернет лагает. У меня тоже немножко... Мы играем друг против друга. Не-не-не-не-не-не-не-не. Никакого тут никакого Дарта Вейдера. До свидания. Не в попу. Нехило, ты так бьешь, я хочу сказать. Это же мой любимчик. Ау. Это действительно... Я опять промазал силой, что за... Тут нету этих поршней волшебных. Да. К хилке он бежит, засранец. Смотрите, смотри, это тактика просто невероятная. Тактика маленькой японской девочки. Убегаешь и стреляешь, нет. Убегаешь и стреляешь. Учу! Что? Почему не дотягивает? Та-та-та-та-та. Ноп. Ноп, владыка ситхов. Тебе все еще далеко. Да иди ты нахер. Постойте, господин, господин. Я к Сарлоку, иди нахер. Не успел. Так, ну что ж, я тогда не буду собирать эти штучки. Да не-не-не, собирай давай. Ну это как-то, ну ладно, все, собрал. Двадцаточку. Так. Лорд Ситхов, ты где? Хоть! Где-то тут бегает. Да ну нахер, я съебываю. Это Боба Фетт должен был сделать. Ты что делаешь? Ты меня не остановишь. Давай, 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 скидываешь. Прекрати, ха-ха. Воу, я куда-то провалюсь дальше. Епи! Стоп, а как ты получил бонусы? Я не понял, прыгнул. Ты издеваешься? Да. Да ты читер. Да ты читер раз. Да не то слово вообще. Ребят, так нечестно, он же сдох. Почему бонусы от меня отнимаются, когда ты подыхаешь? Черт, как это весело очень. Знаешь, мне наоборот нифига кажется, это более читерно, то, что я взял дальний, а ты ближний. Откуда я знаю, кто твой любимец-то, блин? Мой любимец Харрисон Форд. Ту-ту-ту-ту, ту-ту-ту. Не-не-не, только Миллениум Фалком, только мини... Ну, ты понял. Ту-ту-ру-ту. Так, ту-ту-ту-ту. Где он рядом? Не-не-не-не-не. Ту-ту-ту-ту, ту-ту-ту. Ту-ту-ту, 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 иди ты сюда. Тебе Боба Фетта взять? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой, задница моя. Беги, 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 Форест! Оп. Вот так вот. А почему ты блок-то не ставишь? Чё? Почему он не ставит блок, я не понимаю. Ну, блядь. Ой, простите. Почему он не ставит ёбаный блок? Не знаю. Вот я не понимаю, вот именно поэтому я не понимаю, в сетевой игре он ставит блок, поручни пропускают силу. Ты можешь удушить сквозь поручни. Здесь? Яр тебе врыло, сраный урод. Как дела? Да иди ты опять нахер. Да что такое? Вернись! Там нету Старлока! О, смотри, это движущийся вот это, господи, как это ж... Там... А, да, там сам. Сам. Иди ты нахер! А, я не упал! А, нет. Я был у него прям на клюве, но я все равно сдох. Круто. Кстати, знаешь, я первый раз вижу, чтобы здесь вот это... Как, господи, как эта штука-то называется? А, я понял, о чем. Я вижу, да, я рядом с тобой. Джава, не катается. Да, я вижу. Маневр, маневр, маневр. Да как она, интересно, называется? Я тоже забыл. До нее дойти нельзя. Давай игру! Давай! Получилось за душу. Я просто хотел кулак сделать. Я не спрыгну.
Не ссы, я хочу посмотреть. Я говорю, мне скучно так. Это скучная игра на самом деле. Разве у него был клюв? Да вроде был. По-моему, это была просто яма с щупальцами. Может быть. Уи! Не надо. Фу, какая гадость тут. Нет, я не успел твои подобрать бонусы. Лол. Я решил подобрать так же, как ты. И в итоге вы сдохли. Не судьба. На долю секунды раньше я, чем позже тебя, я сдох, и я не успел их подобрать. Так, думаю, это немножко читер, но то, что я взял этого на дальний бой. Вот что сейчас было. Контейнеры не пропустили опять силы. Давай, покажи нам, что ты способен. Что, меч сквозь тебя прошел и не подамажил? Ой, бля. О, я труп. Я тоже. А, нет. Ну все, я проиграл. У тебя 60, у меня 20. Не суть важно. Да, блин, давай прыгай. Странно, почему ты, когда вот здесь играешь, что-то небольшие лаги появляются вечно. Ну, это ж одиночка. Офигеть. Песок. Песок, ты издеваешься? Ой, ты куда убежал, дурак? Харрисон. Фак, моя жопа. Хорошо попахнуло, не то слово. Опять что-то мимо. Давай. Ай, больно же. Там хилочка, дайте мне. Ноу! Успеешь, же засранец. Так вот интересно, как это... Почему твои под пули наносят мне дохрена дамага, а тебе нет? Потому что они мои! Или умрёшь. Ой, я вышел. Твою мать! Твою мать! Фак. Ты умер? Умер? Я умер. А, типа за пределы карты, да, ушел? Ну я тоже сейчас умру, у меня 10 хп. Где ты там бегаешь? А, стой! Офигеть! Снова не пропускает сип. У меня все залагал. О, все отлагал. Че ты такой косой? Я тебе даю шанс. Шанс? У меня 8 хп. Ну ладно. Теперь ты понимаешь, какова... Ну, двойку используй! Я, блин, жму. Ты в меня не стреляешь, а я жму, и она ни хрена не работает. Чего? А вот час она потратила. Не-не-не-не-не-не. Ой, нет. Ой, не сегодня. Давай. Ну. Мой меч. Nope. Что? Насквозь? Не, он мимо меня попал. Оп. Я застрял. О фак. Nope. Почему он так медленно бегает? Даже на шифте. Ой. Харрисон, беги! Харрисон! Nope. Нет, я буду жить! Так, тактика маленькой японской девочки быстрее! А, фак! Почему маленькой японской девочки? Не знаю, да я так где-то услышал. То, что стреляешь, убегаешь. Так, сейчас тебе японская девочка такое устроит на... Ой, бля! Как я этого ждал? Что, песок? Ты издеваешься? Вейдер. В чем дело? Он просто взял и пульнул меч в песок. Вот что это сейчас было опять? Не знаю, скосил, друг. Так нет, ты вот потом на записи посмотришь, четко в тебя. Давай. Покажи, что ты можешь. Ветроголовый. Фак. Моя жопа.
Давай уже, господи, пух! Ой, ёпта, я косой. Ля-ля-ля-ля-ля. Ммм, хилочка. О, я оказался... О, перекаты. Фак! Ты поддаешься. Ну, может быть, немножко. Немножко, конечно, да. Ну, чтоб тебе было интереснее играть. Да мне и так скучно, даже если ты поддаешься. Ну ладно. О, что? Я баг нашел. Какой баг? Я, короче, прыгнул вначале обычным прыжком на вот эти штуки, а потом зажал и просто улетел, смотри. Я не буду бить, я тебя вижу. Вот сюда, а потом я просто... Как-то я... Давай. Да блин. Короче, выше, чем обычно он прыгает, когда использует Давай. Силу. Ладно, продолжаем. Ай. Откуда у меня уже 75 хп, я же подобрал силу. Не знаю. Ладно, будем... По старинке. Там еще больше урон нанес, чем тебе. Что? Мимо? Ау. Ау. Ау! Nope. Я прям перед ней! Прям перед ней! Все, просто поражение, поражение. А почему ты седой? Кстати, да. Таки да. Да. Таки, может быть, устроим на световых мечах все-таки? Не, бред какой-то. Бред какой-то. Я тебе не... К тому же видео длится уже 10 минут, оно у меня час будет рендериться. Да ладно тебе, давай попробуем на световых. И у меня памяти нету. Ой, ты чё-то, а? Я очистил память только для одного ролика с тобой. Удали. Так что на этом мы уже закончим. Ну, ладно. Ничего, если людям понравится, запишем еще. Ну да, обещаю. Давай, смотри тогда. Честно. Ну а нам пора заканчивать. Если вам понравился данный видеоролик, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Драгус 42 и Беломор. Всем удачи, всем пока. Всего.